Никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию? Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед? Меня? Да. Ну а зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее.